After 6 years, my partner wanted to get married, and I said, well, the best thing for me is to go off. I had been reading about China in the Auckland Weekly News, about the only literature we got at that time, and said, well, I'll go and have a look at that revolution in China and see what it's doing. 8 декабря 2009 года в Западном зале Дома народных собраний состоялась торжественная церемония вручения наград победителям конкурса «С любовью к Китаю» «10 самых верных друзей за рубежом». Согласно результатам голосования, 56 миллионов китайских пользователей интернета выбрали 10 иностранцев, которые оказали поддержку и помощь китайскому народу за последние 100 лет. Они были включены в почетный список. В 78-летняя Филиппа вместо своего покойного дяди 2 дня назад специально приехала из Новой Зеландии в Китай для получения приза. Заместитель руководителя Китайского народного общества дружбы за границей Ли Дзянпин вручил ей награду. Какое удивительное совпадение! 30 лет назад, когда Ли Дзянпин был молодым, он был последним секретарем дяди Филиппа. На мемориальной медали из жадеита, которую они вдвоем держали в руках, было вырезано великое имя – Реви Алей. . 1897 год. 23-й год правления цинского императора Гуаньсюя. В многострадальной новой истории Китая этот год был спокойным. Прошло уже 2 года с того времени, как завершилась Японо-Китайская война и был заключен Симоносекский договор. По-китайски он называется договором Магуань. Через 3 года, в 1900 году, объединенные войска 8 государств вторглись в Пекин. Реформы Усюй-Бинфа, которые продолжались очень короткое время, появились в 1898 году. 1897 год – это ничем не примечательный год для Новой Зеландии, расположенной в южной части Тихого океана. Европейские колонисты жили на этой благодатной земле уже свыше 200 лет. К тому времени прошло уже 50 лет, как они подписали с племенами маори договор Вайтанги. Принято считать, что этот договор положил начало основанию государства. За 20 с лишним лет до этого война за землю с племенами маори закончилась. Через 10 лет Новая Зеландия официально перестала быть колонией Великобритании и стала доминионом в Британском Содружестве Наций. В тот год оба государства, которые находятся друг от друга очень далеко, не спеша шли вперед по историческому пути. . 2 декабря того же года на южном острове Новой Зеландии, в маленьком поселке Спрингфилд, в доме супругов Фредерика Джеймса Алия и Клары Марии Букингем, родился мальчик. Его рождение не принесло особой радости семье, потому что он был уже 3-м ребенком. После него родилось еще 4 младших братьев и сестер. Единственным необыкновенным событием в этой семье было то, что тетя этого мальчика, барышня Ами, дала новорожденному ребенку золотыми волосами и голубыми глазами маорийское имя – Реви. Такое имя было у вождя новозеландского племени маори Манио Пото. I understand his aunt gave him that name because she admired a Maori leader of the 1860s. Rui Maniapoto was a leader of Maori resistance to the British Army in 1864 and was made famous when he responded to the leader of the British troops that had surrounded him and were about to defeat him when he said, I shall never surrender. Never, never, never. So Reiwi Maniapoto became a rather admired figure among European settlers in New Zealand, as well as among Maori.
Этому мальчику досталось имя героя племени Маори, и, похоже, мальчик унаследовал от него воинственный характер. Спустя много лет Реви Али стал широко известен в Китае. Непреклонный характер стал символом его человеческого достоинства. Недалеко от железнодорожной станции Спрингфилд расположен парк, посвященный великому уроженцу этого небольшого поселка Реви Алию. 113 лет назад, когда он родился в этом маленьком поселке, никто не мог ожидать, что из 90 лет жизни 60 лет он проживет в далеком Китае. Люди называли его китайским новозеландцем и новозеландским китайцем. В действительности, маленький Реви Али жил в Спрингфилде недолго. Когда ему было всего лишь один месяц от роду, семья переселилась в соседний поселок Амберлей. В Амберлей он провел свое детство. Тогдашний Амберлей был маленьким поселком с населением 250 человек. Извилистая маленькая речка текла через дороги, спортивную площадку школы, через сад священника. Реви и его братья и сестры играли у речки. Это было беззаботное и радостное время. Он жил здесь до 9 лет. В автобиографии Реви Али вспоминал: «В конце недели мы вели корову в пойме реки. Иногда корова ела траву, а мы с мальчиками пешком уходили далеко от нашего села. Мы без боязни сидели под мостом железной дороги и наблюдали, как поезд идет наверху над нашими головами. Из паровоза вылетали огненные искры. Нам было очень весело». В феврале 2010 года съемочная группа Центрального телевидения Китая «Реви Али» приехала в этот маленький тихий поселок, чтобы найти следы Реви Али. Облик маленького поселка остался таким же, каким он был во времена детства Реви Али более 100 лет тому назад. Прошло уже более 100 лет, а эта речка все так же не спеша течет через поселок. Местные дети также играют под железнодорожным мостом, как когда-то то же самое делал маленький Реви Али. Время в этом месте как будто остановилось. You have to imagine in those days New Zealand was very rural. So Amberley itself was a very small settlement. And the childhood that he had was typical of many New Zealanders. There's a lot of space. A lot of open space, a lot of wilderness almost. So you could explore down rivers and you could maybe trap birds. You more or less could live off the land if you wanted to. So there was no great depth of civilization. Семья Алия была настоящей семьей учителей. Он говорил с юмором: «Вся наша семья занимается тем, что учит людей, как им жить. В мире существует два типа людей – учителя и ученики». His father was a teacher, quite ahead of his time, really. He was a teacher all his life, a headmaster of several schools in Canterbury at various times. Rory's mother, Clara, had been a governess before she was married to a private family. And, of course, their children, Gwen, the daughter, eldest daughter, involved in play centre work. Kath was a teacher. Pip, my father, was a lecturer at the university. And, of course, Rory himself was involved in the school and education. У Алия был строгий отец и добрая мать. Его мама, Клара, родилась в Великобритании. В 1884 году она вместе с родителями переселилась в Новую Зеландию. Она была способной и идейной девушкой. She was a very practical sort of person. She was very hospitable, very calm.
capable of doing all sorts of things. All her children loved her very much and would do anything for her. Последний период жизни Али вспоминал. Когда я находился в тяжелом положении, я вспоминал улыбку матери и невольно смеялся. Мне повезло, что у меня была такая хорошая мать. Отец, Фредерик Али, был человеком серьезным и строгим. Он сильно отличался от спокойной и доброй матери. He was a very strict disciplinarian, both at school and at home. And of course in those days they had corporal punishment, and all his sons suffered that. They were all taught by him at one stage, and they all suffered the penalty of misbehavior at school, and then they'd get another telling off or a beating when they got home again from the same misdemeanor. But he was a very good teacher. He was particularly interested in English language and literature. Фредерик любил размышлять над социальными проблемами. Выйдя на пенсию, он везде пропагандировал свою точку зрения о создании государственных индустриальных ферм, чтобы разрешить земельную проблему в Новой Зеландии. Последние 20 лет жизни он прилагал неустанные усилия для развития деревенских кооперативов и индустриальных ферм. После того, как отец только что умер, во время войны сопротивления японским захватчикам в Китае, Реви Али начал содействовать движению промышленных кооперативов в неоккупированных японцами районах. Он завоевал не только уважение китайского народа, но и сочувствие и поддержку всего мира. Крайстчерч является крупнейшим городом на южном острове Новой Зеландии, вторым в стране по величине городом. Здесь живет 380 тысяч человек. Более 100 лет назад город был в 5 раз меньше. В 1906 году, когда Алию было 9 лет, отец был назначен первым директором средней школы в Аринуе в городе Крайстчерч. Вся семья переселилась в Крайстчерч. В следующем году Али начал учиться в средней школе в Аринуе. В то время в средней школе в Аринуе было только 4 учителя и несколько десятков учеников. Класс, в котором Реви Али учился, находился в этом здании. Впоследствии он был перестроен в зал памяти Реви Али. Его путь борьбы в Китае стал легендой в Новой Зеландии. Школы, в которых ему когда-то довелось учиться, гордятся Реви Али. В школе в Аринуе Реви Али стал интересоваться приключенческими романами и выдающимися произведениями, написанными на английском языке. Он жадно читал все подряд. Всю жизнь он увлекался чтением. Среди 6 братьев и сестер Реви Али был единственным, кто не поступил в университет. Однако его успехи далеко превысили достижения родных братьев и сестер. За всю жизнь он написал более 60 книг и в конце жизни получил звание почетного доктора университета Виктория. Мужская средняя школа высшей ступени в Крайстчерче была одной из самых хороших. В 15-летнем возрасте Реви Али поступил в нее. В музее Кентербери хранятся сведения об успеваемости Реви Али в средней школе высшей ступени. Можно видеть, что Али блестяще учился по истории, географии и литературе, но по предметам естественных наук его успехи были средние. His physics teacher was teaching him, and he said, "Do you understand, Ali?" And Ali said, "No, sir." And the teacher says, "Ali, all you'll be good for in life is breaking stones." And when Ali tells that, when Rui told that story, he would say, "I didn't see anything wrong with breaking stones. It's good hard labor, and you know, helps people build roads and so on. What's the matter with breaking stones?" В мужской средней школе высшей ступени детям было запрещено курить. Это, наоборот, вызвало любопытство.
Уале. Когда он однажды попытался попробовать вкус сигареты, именно в этот момент руководитель школы по воспитательной работе застиг его на месте преступления и решил наказать плетью. Али сам нашил на трусы накладку из кроличьего меха, чтобы во время наказания ему не было так больно. Тем не менее, даже через несколько дней после экзекуции на теле оставались болезненные рубцы. Благодаря этому наказанию Али до конца своей жизни не курил и не пил спиртного. В средней школе высшей ступени Али очень любил играть в регби. После уроков на школьной спортивной площадке он проводил много свободного времени. Его младший брат Джеффри Али был членом «Все черное» сборной Новой Зеландии по регби. В 40-х годах 20 века Риви Али получил международное признание за создание Китайской ассоциации промышленных кооперативов и среднего специального учебного заведения Пэйли в уезде Шандань. Однако он скромно сказал: «Больше всего на свете я горжусь моим братом, который был членом сборной по регби. Все черное». Well, his brother Jeff was an All Black, which is the national rugby team of New Zealand, and rugby is our national sport, and as a very small country, we're very good at it. But I would think that probably Riwi, his brother, would be more famous because, particularly in the Christchurch area, the work of Riwi in China is well known. And if you mentioned the names of the two brothers, I think Riwi would be the one that people would remember. В последний год учебы в средней школе высшей ступени Али стал членом сборной школы по каноэ четверки. На мемориальной стене школы можно найти фотографию тех лет, на которой запечатлен Риви Али, член сборной по каноэ четверки. Эта традиция сохранилась до сих пор. На реке Авон, где некогда Риви Али занимался тренировками, в настоящее время каждое утро ученики тренируются на каноэ. Учеба в этой средней школе оказала глубокое влияние на всю дальнейшую жизнь Риви Али. В 40-х годах 20 века в северо-западной части Китая Риви Али создал известное среднетехнологическое учебное заведение Пэйли, в котором можно найти много схожего со средней школой высшей ступени, где учился Али. Среднее специальное учебное заведение Пэйли вначале принимало только юношей и уделяло большое внимание развитию спорта. Ученики своими руками построили спортивную площадку, бегали и играли в мяч. Погода еще была прохладной, а Али уже вел учеников на речку плавать. Даже форменная одежда учебного заведения Пэйли была похожа на форму мужской средней школы в Крайстчерче. Риви Али со всей страстью любил школу для мальчиков Крайстчерч, в которой он учился. Но и на закате своей жизни он все еще заботился об этой школе. Эта школа до сих пор гордится своим выпускником. Well, the Christchurch Boys High School has many famous old boys from the school, and many of them are businessmen and politicians. But Riwi Ali was very special in that he was famous for something quite different. He travelled overseas as a young man and did some, you know, famous work in another country, in China. And so he is famous, but he's also very unique. Однако последний год учебы в высшей средней школе трагическое событие омрачило беззаботную жизнь Риви Али. Старший брат Эрик погиб на фронте в Европе. Он был старше Риви на 5 лет. В 1914 году, на 12-й день после начала Первой мировой войны, Эрик вступил в армию и направился на фронт в Европу в чине лейтенанта. The First World War was one where New Zealanders
enlisted in the army with great enthusiasm. The number of New Zealanders mobilized in the First World War was greater than for any other country, except for Britain. Во время Первой мировой войны численность населения Новой Зеландии составляла 1 миллион 100 тысяч человек. 117 тысяч новозеландцев служили в армии за рубежом. Это 10% общего количества населения. По подсчетам, 17 тысяч человек погибли, 58 тысяч получили ранения. Количество убитых и раненых превысило половину общего количества участвовавших в войне. До наших дней в городах, поселках и селах Новой Зеландии везде можно видеть памятники погибшим в Первой мировой войне. Далекая война изменила судьбу Реви Али. Когда вся семья сильно горевала из-за того, что Эрик погиб на фронте, 18-летний Реви Али с нетерпением хотел идти дальше по пути Эрика. Он завысил свой возраст на полгода, чтобы вступить в армию, но его все равно не брали. Однако он не оставлял попыток. В конце 1916 года 19-летний Реви Али вступил в армию. Его желание наконец-то исполнилось, ведь в армию брали только после достижения 20-летнего возраста. A young man like Reve Ali went with enthusiasm to the war in Europe to defend what they called then the mother country, Britain. Реви Али вступил в новозеландские экспедиционные войска. После краткосрочной учебы его отправили в Великобританию, потом во Францию. В этот момент война приближалась к концу. Страны Антанты, Великобритания, Франция и Россия уже почти держали победу в руках. Однако союзники, Германия и Австрия, все еще упорно сопротивлялись. Жестокие картины войны оставили незабываемое впечатление у Реви Али. В последний период жизни Реви Али вспоминал. В тех местах каждый день шли артиллерийские обстрелы. На пустынную землю падали снаряды. Много людей, которые вместе со мной прибыли на одном корабле, погибли на фронте. Мы ходили мимо окоченелых трупов, которые лежали по обочинам дорог. Я был солдатом-связистом. Полночь, когда я переходил дикое место, которое называли «Долины мертвых лошадей», мне было необходимо перелезать через воронки от бомб. Никого не было вокруг, только можно было услышать артиллерийскую канонаду и свист пуль. Roo was going along the duckboards with a mate and the shells were whistling overhead, and he came across a wounded soldier who looked pretty dead according to Roo. And Roo was hurrying on past, not least because they were in an exposed position and could themselves be killed at any moment. And his friend pulled him back and said, "Here, I think this man is still alive. Let's take him to the first aid station." And Roo, having gone past this fellow soldier in trouble, turned back and with his friend carried him to a first aid post. And that was a very significant lesson for him, because amidst all the horror of war and amidst all the death, still you could save a human life. And I think that lesson went home very deeply at that time. Американский журналист Эдгар Сноу являлся близким другом Реви Али. После начала войны сопротивления японским захватчикам в Китае они вдвоем выступили инициаторами движения промышленных кооперативов. Узнав о том, что довелось пережить Алию во время предыдущей мировой войны, Сноу сказал, что только человек, переживший такие страдания, способен воспринимать горе других людей как свое собственное. Чем дольше общаешься с такими людьми, тем больше они придают тебе жизненного оптимизма. В августе 1918 года Реви Али был награжден медалью за выдающиеся военные заслуги за участие в боях. На полях сражений Реви Али впервые близко вошел в контакт с китайцами. В
то время китайское военное объединение, представленное шаньдунскими крестьянами, и новозеландские войска совместно участвовали в боях против германских войск в Бельгии в районе Ипр. Увидев рослых китайских солдат, Али изменил свое первоначальное мнение о том, что китайцы – это худые, слабосильные и невысокие люди. Во время отдыха он однажды с двумя китайскими солдатами пил вино в баре. Однако через 15 месяцев после того, как попал на фронт, Рели Али был тяжело ранен в бою в Бельгии. Осколки снаряда из танка попали в ягодицы и вышли наружу в районе позвоночника. Он без сознания пролежал в яме, наполненной лошадиными испражнениями, всю ночь. Только утром, на следующий день, его товарищи, которые снова заняли прежнюю позицию, вытащили его из ямы и отправили в тыл на лечение. Вплоть до окончания войны Реви Али так и не поправился. Тем не менее, раненый, он принял участие в демонстрации в Лондоне, посвященной победе. It's sometimes said that the injuries was the reason that Rui didn't have children. I just don't know about that. I didn't hear him say that, but other people say that. It could be. But I must say that the war was in its way so horrendous that although his he says in his biography that all the memories of war are very distinct. But in all the time I spent with Rui, he didn't want to talk about the war. I just think it was too... It's not uncommon for soldiers not to want to go back on those memories. It's as if you stir something you want to forget. And I think Rui was one of those people who didn't want to go back over. Когда-то он думал, что война – великое дело. Однако вскоре после окончания войны он понял, настоящее дело не разрушать, а строить. I think the horrors of the First World War, the trench warfare in the First World War, and actually being wounded, that kind of situations just made him abhor war. He hated war and violence. And that meant that whenever there were situations of violence, he was a peacemaker. He was always trying to improve the situation and bring peace.